Здравствуйте, меня зовут Алена Борисова, и я преподаватель йоги. Сегодня мы начнем с вами день рождения Ясной Поляны с небольшой практики, которая поможет вам проснуться, активизировать все тело и настроиться на предстоящий день. Вам потребуется коврик, если у вас его нет, возьмите любую подстилку или плед, на котором вы сможете удобно разместиться на полу. Итак, если вы готовы начать, то мы удобно садимся и прикрываем глаза. Вытягиваемся за макушкой вверх, делаем мягкое движение плечами назад и вниз и раскрываем грудную клетку. Постарайтесь сейчас все внимание перенести в тело и просто почувствовать себя сидящими на полу. Почувствовать все тело целиком, от макушки до кончиков пальцев ног. Мы начинаем внутренне отстраиваем линию позвоночника и вытягиваемся за макушкой вверх. Слегка уводим затылок назад, направляем ребра вовнутрь и ощущаем эту линию вытяжения в теле. Почувствуйте сейчас свое дыхание и понаблюдайте, как тело дышит. Пусть внимание будет на площадке у входа в ноздри. И здесь мы просто наблюдаем вдохи и выдохи. Дыхание плавное, медленное, спокойное. Попробуйте ощутить движение живота, движение грудной клетки с каждым новым циклом дыхания. На вдохе живот округляется, грудная клетка расширяется и слегка поднимается вверх. С выдохом грудная клетка опускается вниз, а живот мягко втягивается. Мы расслабляем мышцы лица, расслабляем плечи, разжимаем зубы, отпускаем нижнюю челюсть. Почувствуйте, насколько вам комфортно, какие ощущения сейчас присутствуют в теле, есть ли в нем напряжение. Попробуйте ощутить биение сердца, ощутить приятную пульсацию в центре груди. Отпустите мысли, отпустите все планы и дела. Все, что может быть, вас беспокоило перед занятием. Это время посвятите лично себе. Мы делаем еще один глубокий вдох, глубокий выдох. Можете остаться закрытыми глазами, а можете сейчас открыть глаза. И мы начинаем с мягких наклонов головой вправо и влево, попеременно вытягивая правую и левую часть шеи и наклоняя голову вправо, левым ухом тянемся вверх и наоборот. Сохраняем дыхание мягким, спокойным. Лицо расслаблено. Сохраняйте вытяжение в спине. Переходим к наклонам головой вверх-вниз. С выдохом опускаем подбородок вниз. На вдохе поднимаем слегка подбородок вверх. И продолжаем мягко вытягивать шею по задней и по передней поверхности. На вдохе поднимая вверх и с выдохом опуская вниз. Опуская голову вниз, мы переходим к круговым движениям головой через правое плечо. Комфортная амплитуда вращения. Дыхание произвольное. Не должно быть болевых ощущений в шее, либо явных прохрустываний. Завершая круг вправо, переходим к круговым движениям через левое плечо. Постепенно замедляемся и делаем еще один-два круга снова через правое плечо. Останавливаемся в центре и поднимаем макушку вверх.
Сейчас мы переходим к круговым движениям плечами назад. Максимально раскрываем грудную клетку. Чувствуем всю верхнюю часть спины, почувствуем плечи, лопатки. Не задерживайте дыхание. И круговые движения вперед несколько раз. Также мягко, спокойно, просто в своем темпе. Сейчас несколько движений снова назад. Вводим плечи назад и вниз, направляем лопатки по спине вниз, спина прямая. И на вдохе через стороны вытягиваем руки вверх. С выдохом соединяем пальцы рук в замок, разворачиваем ладони вверх и опускаем плечи вниз. Дыхание произвольно, начинаем мягко пружинить руками. Почувствуйте, насколько сейчас подвижна грудная клетка и вся верхняя часть спины. Делаем еще один вдох, уводим руки как можно дальше назад за голову, с выдохом опускаем плечи вниз. Еще один вдох здесь, с выдохом, сгибая правую руку, направляем правый локоть вниз, а левый локоть вверх, затылком слегка надавливаем на левую руку. Вдох, снова вытягиваемся вверх и с выдохом меняем руки местами. И продолжаем вдох, вытяжение вверх, с выдохом правая рука вниз. Вдох вверх, с выдохом левая. Еще вдох вверх, выдох правая вниз. Вдох вверх, выдох левая. Хорошо, на вдохе вытягиваем руки вверх и с выдохом через стороны опускаем руки вниз и соединяем пальцы рук в замок. На вдохе слегка уводим руки от себя и вверх, с выдохом опускаем замок вниз. Вдох, снова раскрываемся в грудной клетке, поднимая руки вверх и с выдохом опускаем руки вниз. И еще одно движение, вдох вверх, выдох вниз. Хорошо, расцепляем руки, снова переводим ладони на колени и делаем одно движение плечами назад и вниз. Снова вытянитесь за макушкой вверх и уведите руки в стороны. Мы делаем с вами вдох, разворачиваем ладони вверх и раскрываемся в грудной клетке. С выдохом проворачиваем руки от плеча вниз и начинаем мягко скруглять спину, направляя подбородок к ключице. Вдох, вновь раскрываемся, с выдохом опускаем подбородок вниз и проворачиваем руки. Еще вдох, раскрываемся, выдох, опускаем голову вниз. И еще одно движение, вдох вверх, выдох вниз. Хорошо, с очередным вдохом снова разворачиваем ладони вверх, с выдохом опустите ладони вниз, дыхание произвольное. Мы начинаем активно сжимать и разжимать пальцы рук, разогреваем все суставы рук. Вытягиваем пальцы, движение ладони вместе с пальцами, вверх-вниз несколько раз. Большие пальцы рук уводим в кулаки, круговые вращения в запястьях. Несколько раз в одну сторону и несколько раз в другую сторону. Мы переходим к круговым вращениям в локтях. Меняем направление в другую сторону. Сейчас вытягиваем руки в стороны, пальцы рук переводим к плечам и круговые вращения в плечевых суставах. Поднимая руки вверх, старайтесь как можно больше уводить запястья к ушам и создавать максимальную амплитуду вращения. Хорошо, и в другую сторону. Также активно, динамично, несколько раз. Хорошо, отпускаем руки, встряхиваем. Со следующим вдохом снова вытяжение вверх. Поменяйте перекрест пальцев в замке, разверните ладони вверх и с выдохом опустите плечи вниз. Мы делаем глубокий вдох с выдохом, расцепляя руки. Переводим левую ладонь за правое колено. Пальцы правой руки ставим за спину и с прямой спиной очень мягко скручиваемся вправо. Взгляд уводим как можно дальше за правое плечо. Вдох, центральное положение, снова вытягиваемся за руками вверх. С выдохом скрутка влево. Правая рука за левое колено, пальцы левой руки за спиной. И повторяем несколько раз. Вдох, вытяжение вверх. Выдох, скрутка вправо. Вдох, вновь вверх. И выдох влево. Вдох, вверх. Выдох, скрутка вправо. И завершающий вдох вверх. И выдох, скрутка влево. Вдох, центральное положение.
и выдох еще одно движение плечами назад и вниз. Сейчас мы делаем вдох с выдохом, опускаем правую ладонь на пол и уходим в мягкий наклон вправо, удлиняя весь левый бок, втягиваем левое плечо и больше грудной клеткой проворачиваемся вверх. Вы можете поднять взгляд из-под левой руки вверх, либо прикрыть глаза и почувствуйте сейчас весь левый бок. Почувствуйте, как он очень мягко раскрывается и активизируется. Делаем здесь глубокий вдох, глубокий выдох, вдох, выдох, и еще вдох, выдох, вдох. Поднимаемся за левой рукой вверх и с выдохом наклон в другую сторону. Отталкиваясь левой ладонью от пола, правую часть таза погружаете в пол, правое плечо втягиваем и разворачиваем взгляд из-под правой руки вверх. Остаемся здесь на несколько циклов дыхания. Глубокий вдох, глубокий выдох, вдох, выдох, и еще вдох, и выдох. Вдох, поднимаемся вверх и с выдохом опускаем ладони на колени. На вдохе очень мягко, раскрываясь в грудной клетке, толкаем центр грудины вперед. С выдохом скругляем спину, направляем подбородок к ключицам и отталкиваемся назад. Вдох, снова раскрываемся в грудной клетке, с выдохом скругляем спину. И продолжаем. Вдох, накатываемся вперед. Выдох, скругляем спину. Снова вдох, вперед. И выдох, круглая спина назад. И еще вдох, вперед. И выдох назад. Хорошо, центральное положение. Вдох и мягкий выдох. Постепенно мы вытягиваем с вами ноги. Садимся вдоль коврика. Вытягиваем ноги, ставим пальцы рук за спину и создаем вытяжение за макушкой вверх. Сейчас активно сгибаем и разгибаем пальцы ног, разогреваем все суставы ног. Начинаем мягкое вращение стопами вовнутрь и наружу. В вашем комфортном темпе, с вашей спокойной, свободной амплитудой вращения. Максимально динамично и активно. Соединяем ноги вместе. Сгибаем правую ногу правой рукой, уводим правое бедро и колено в сторону. И затем вытягиваем ногу. Повторяем то же самое с левой ногой и вытягиваем. Делаем в динамике, в ритме вашего дыхания. Выдох, сгибаем ногу, вдох, выпрямляем. И продолжаем. Сгибаем правую и выпрямляем. Сгибаем левую и выпрямляем. Разогреваем колени и тазобедренные суставы. Делаем еще несколько раз. Правая нога и левая нога. И еще правая нога и левая нога. Завершаем. Вытягиваем левую ногу. Мы делаем шаг тазом вперед и опускаемся на предплечье и локти. Соединяем стопы вместе и разводим бедра и колени в сторону. Приподнимая правую ногу, начинаем круговые движения правой ногой. И чуть более внимательно сейчас разогреваем именно тазобедренный сустав. Хорошо, в другую сторону. Также несколько раз. Комфортная амплитуда вращения без болевых ощущений в тазобедренном суставе. Завершаем с правой ногой, отпускаем правую ногу, приподнимаем левую и начинаем круговые движения левой ногой. И в другую сторону. Завершаем. Отпускаем левую ногу, собираем бедра и колени вместе и аккуратно опускаемся на спину. Выстилаем позвонок за позвонком, поясницу, грудной отдел, шейный и мягко подтягиваем ноги к себе. Замком из пальцев рук подтягиваем голени, бедра и прижимаем ноги к животу. В этот момент постарайтесь максимально вытянуть поясницу и направить таз к полу. Делаем здесь глубокий вдох и глубокий выдох. Со следующим вдохом вытягиваем руки в стороны и опускаем стопы на ширину таза. Колени смотрят вверх, делаем глубокий вдох с выдохом, очень мягко. Уводим колени вправо, а взгляд поворачиваем влево. Вдох, снова возвращаемся к центральному положению. С выдохом колени уводим влево, а взгляд вправо. И продолжаем в ритме нашего дыхания. Вдох вверх, выдох, скрутка. Вдох вверх, выдох, скрутка. Еще вдох вверх, с выдохом колени вправо, вдох центр,
выдох, колени влево. И завершающий раз. Вдох, центр. Выдох, колени вправо. Вдох, центр. Выдох, влево. Вдох, центральное положение. С выдохом руки переводим вдоль корпуса, ладонями вниз. Немного приподнимитесь. Чуть больше еще вытяните поясницу и попробуйте максимально распределить себя сейчас по коврику и вытянуть ноги полностью. Стопы на ширине таза и натянуты на себя. Руки также вводим в стороны, делаем вдох с выдохом. Продолжая натягивать стопы на себя и включая ноги в работу, скручиваемся, стопы поворачивая вправо, а взгляд уводя влево. Вдох, центральное положение, с выдохом ноги влево, взгляд вправо. Еще вдох, центр, выдох, ноги вправо, взгляд влево. Вдох, центр, выдох, скрутка. Еще несколько раз. Вдох, центр, выдох, скрутка. Вдох, центр, выдох, скрутка. Останавливаемся. Правую стопу устанавливаем. Останавливаемся. Правую стопу устанавливаем в центре, а левую стопу ставим на правую. Левая пятка между большим и вторым пальцем на правой ноге. Делаем глубокий вдох с выдохом. Продолжаем эти скручивающие движения, уводя стопы вправо, а взгляд влево. Вдох, центральное положение. Выдох, скрутка. Мы останавливаемся здесь, в центральном положении, и подтягиваем ноги к себе. Начинаем не спеша покачиваться вправо и влево. Чувствуем всю спину. Сделайте несколько таких движений. И затем замком из пальцев рук чуть больше подтягиваем ноги к себе и начинаем мягко перекатываться вперед-назад. Также несколько раз. И со следующим перекатом вперед аккуратно приподнимаемся и садимся. Сейчас мы переводим голени и стопы через стороны назад и встаем на 4 точки опоры. Ладони под плечами, колени под тазом и колени на ширине таза. Делаем вдох с выдохом от копчика, начинаем не спеша скруглять спину. Пространство между лопатками выталкиваем вверх, отпускаем голову вниз и расслабляем шею. Со следующим вдохом также от копчика постепенно начинаем мягко проворачиваться, уходя в прогиб в грудном отделе. Плечи от ушей назад, толкните макушку вперед, затылок вверх и постарайтесь здесь не запрокидывать шею, просто создавать мягкое вытяжение в шее. С выдохом медленно скругляем спину и на вдохе не спеша раскрываемся. Выдох, круглая спина вверх. Вдох, комфортный прогиб. И повторяем еще несколько раз. Выдох, круглая спина. Вдох, прогиб. Выдох. И еще вдох. И выдох. Задержитесь в этом положении, перейдите на кончики пальцев рук, сделайте спину еще чуть более круглой. Пространство между лопатками выталкиваем вверх, шея полностью расслаблена и голова мягко свисает вниз. Делаем здесь вдох и с выдохом вновь возвращаемся на ладонь. В этом положении глубокий вдох, с выдохом мы направляем ребра и живот вовнутрь, выравниваем спину и слегка приподнимаем колени над полом. Почувствуйте, как включается пресс, почувствуйте активным центр. Делаем еще один вдох и с выдохом, отталкиваясь ладонями от пола, начинаем медленно уводить таз вверх и постепенно вытягиваемся в спине. При этом не зажимайте шею, мы уводим плечи от ушей назад и мягко-мягко, не спеша, выталкиваем таз вверх. Останьтесь сейчас с подсогнутыми ногами. И постарайтесь максимально вытянуться в спине настолько, насколько для вас это возможно. Почувствуйте все тело. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Мы делаем вдох. С выдохом выпрямляем правую ногу, а левую ногу чуть больше сгибаем. Правую пятку сейчас толкаем в пол. Вдох и с выдохом меняем ноги местами. И продолжаем. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. Вдох, центральное положение, подсогнутые ноги в коленях. Выдох здесь же. Делаем вдох,
С выдохом, если чувствуете, что спина сохраняет свое вытяжение и вы можете выпрямить ноги в коленях, попробуйте потихонечку выпрямить их. Если же при этом спина скруглилась, снова подсогните ноги в коленях и вытолкните вновь таз вверх. Глубокий вдох и глубокий выдох. На вдохе мы мягко перетекаем в положение планки. Толкаем пятки назад, расширяем вновь пространство между лопатками, низ живота активно и подтянуто. С выдохом, подгибая ноги в коленях, выталкиваем таз вверх. Вдох, снова переходим в планку. Делаем несколько раз это движение в динамике. Выдох, выталкиваем таз вверх. Еще вдох, планка. Выдох, таз вверх. Вдох, планка. И зафиксируйте сейчас планку. Чуть больше активизируйте ноги, бедра сильные и пятки уводим назад. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Еще вдох. Выдох 2, вдох, выдох 3, вдох, выдох 4, еще чуть-чуть вдох и выдох 5. Сгибаем ноги, опускаем колени на пол, вытягиваем стопы, уводим таз на пятки, сохраняя вытяжение в спине, отпускаем голову и расслабляем шею. И несколько циклов дыхания просто остаемся в этом положении и расслабляемся. Со следующим вдохом мы не спеша приподнимаемся. Снова устанавливаем ладони под плечами, подкручиваем пальцы ног под себя, колени на ширине таза. Проворачиваемся в плечах назад, делаем глубокий вдох и с выдохом вновь выталкиваем таз вверх. Положение собаки мордой вниз. Отпускаем голову, расслабляем шею и сохраняем вытяжение в спине, обращая особое внимание на вытяжение в пояснице. Вдох, приподнимаем взгляд вверх. И с выдохом подшагиваем стопами вперед, ставим стопы на ширине таза, сгибая ноги в коленях, удлиняем живот, опускаем живот на бедра и опускаем голову вниз, расслабляем шею. И здесь возьмитесь пальцами рук за локти, попробуйте еще немного вытянуться в спине и немного покачаться вправо и влево. Отпускайте голову, расслабляем шею. Поменяйте перекрест рук, другая рука сверху. И вновь несколько покачивающих движений. И сейчас мы расцепляем руки. И на подсогнутых ногах с круглой спиной на вдохе начнем медленно подниматься вверх. Начинаем медленно позвонок за позвонком подниматься вверх с круглой спиной. Голова самая последняя поднимается вверх. Вдох медленно через стороны. Уводим руки вверх. И с выдохом опускаем руки вниз. Сейчас на вдохе мы вытягиваемся за руками вверх и с выдохом правой рукой захватываем левое запястье. Вдох, удлиняем левую руку с выдохом, смещаем таз влево и наклоняем корпус вправо. Взгляд из-под левой руки вверх. Вдох, центральное положение, выдох, меняем руки местами. Вдох, удлиняем правую руку с выдохом, боковой наклон влево. Вдох, снова центральное положение. Выдох, меняем руки, вдох, вверх и выдох, наклон. Еще вдох, центр. Выдох, меняем, вдох и выдох, наклон. Вдох, центральное положение, выдох, снова поменяйте руки. Вдох, выдох, наклоняемся вправо, низ живота подтянут. Правую руку опускаем на правое бедро, упираемся в правое бедро и взгляд поднимаем из-под левой руки вверх, уводя левое плечо от уха назад. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох, чувствуем весь левый бок, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Вдох, поднимаемся вверх, выдох, отпускаем левую руку. Вдох, снова вытянитесь вверх. С выдохом поменяйте руки местами, вдох, правую руку удлиняем вверх и с выдохом уходим в боковой наклон влево. Делаем вдох и с выдохом левую руку опустите на левое бедро. Может быть здесь наклон будет чуть глубже. Правое плечо уведем от уха назад, взгляд из-под правой руки вверх. Глубокий вдох, глубокий выдох, вдох, выдох и еще вдох и выдох. Вдох, поднимаемся вверх,
и с выдохом. Собираем ладони вместе в центре груди, намасте, делаем вдох с выдохом. Немного проворачивая стопы вовнутрь, наклоняемся вперед. Почувствуйте, что вы уходите в этот наклон именно с прямой спиной. Если спина скругляется, подсогните ноги в коленях и постарайтесь максимально вытянуться за макушкой вперед и за тазовыми костями назад. И если это положение для вас достаточно комфортное, спокойное, попробуйте вытянуть руки вперед и остаться в этом наклоне. Глубокий вдох, глубокий выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Вдох, аккуратно, с прямой спиной поднимаемся вверх и с выдохом опускаем руки вниз. Сейчас мы соединяем стопы вместе, собираем ладони снова вместе в центре грудной клетки, делаем медленный вдох с выдохом, круг плечами назад и вниз, на вдохе за руками вытягиваемся вверх и раскрываемся. С выдохом подгибаем ноги в коленях, опускаем живот на бедра и опускаем голову вниз. На вдохе сделаем широкий шаг правой ногой назад, максимально широкий, насколько для вас возможно. При этом проверьте положение левой ноги, левая пятка под коленом. Отталкиваясь пальцами рук от пола, мы уводим плечи от ушей назад и еще чуть больше раскрываемся в грудину. С выдохом опускаем ладони и левой стопой переходим к правой. И мы с вами оказываемся в планке. То положение, которое нам уже знакомо, мы его с вами уже выполняли в планке. Делаем вдох. С выдохом, подгибая ноги в колени, вводим таз вверх и вытягиваемся в спине. Хорошо. Вдох. Снова правой ногой. Теперь делаем шаг вперед. Плечи от ушей назад. Выпад. С выдохом левая нога вперед. Вдох. Поднимаемся вверх. И с выдохом опускаем руки. Нормально? Вдох. Вытягиваемся за руками вверх. С выдохом, подгибая ноги в коленях, опускаемся в наклон. Вдох. Левой ногой делаем очень широкий шаг назад. Правая нога согнута, правая пятка под коленом. Выдыхаем, ладони на пол. И правой стопой отшагиваем к левой планке. В планке вдох. С выдохом подсогнутые ноги в коленях. Таз вверх, собака мордой вниз. И собаки мордой вниз, вдох. Левая нога, широкий шаг вперед. Плечи от ушей назад, хороший глубокий выпад. С выдохом правой ногой подшагиваем к левой и опускаемся в наклон, шею расслабляйте. Вдох, поднимаемся вверх, контролируем положение поясницы. С выдохом опускаем руки вниз. Делаем еще несколько раз. Вдох, за руками вытягиваемся вверх. С выдохом подгибаем ноги в коленях и опускаемся в наклон. Вдох, широкий шаг правой ногой назад, плечи от ушей, выпад. Выдох, планка, левая нога к правой. В планке вдох, выдох, подсогнутые ноги, таз вверх, собака, морды вниз. Со следующим вдохом правой ногой широкий шаг вперед. Возвращаемся в выпад. Выдох, левой ногой подшагиваем к правой наклон. Вдох, поднимаемся вверх за руками. И выдох, опускаем руки. И снова вдох, вытягиваемся вверх. Выдох, опускаемся в наклон вниз. Вдох, левой ногой сделайте широкий шаг назад, плечи от ушей. Выдох, правая нога к левой планке. В планке вдох, выдох, выталкиваем таз вверх, подгибаем ноги в коленях, собака морду вниз. На вдохе левой ногой широкий шаг вперед, левая пятка под коленом. С выдохом правой ногой подшагиваем к левой, наклон вниз. Вдох, поднимаемся вверх и выдох, отпускаем руки. Делаем здесь глубокий вдох, прикройте глаза. Глубокий выдох, еще один вдох. Почувствуйте все тело, глубокий выдох, вдох и выдох. Мы открываем глаза. Со следующим вдохом мы сгибаем ноги в коленях и вытягиваемся за руками вверх. Положение уткатасана, поза силы. Колени не уходят за линию пальцев ног. Направьте ребра вовнутрь и удлините поясницу. Может быть небольшой естественный прогиб в пояснице. Останьтесь в этом положении на 3 цикла дыхания. Включаемся всем телом. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще плечи от ушей назад. Вдох. Выдох. И еще вдох.
и выдох. Делаем вдох. С выдохом, выстилая живот вдоль бедер, мы опускаемся в наклон вниз и вновь расслабляем шею и отпускаем голову. И попробуйте сейчас, сохраняя положение живота на бедрах, перевести ладони на икроножные мышцы и опуститься, может быть, еще чуть глубже в наклон. Мы переводим вес тела больше в передние своды стоп и выталкиваем таз вверх. Шея полностью расслаблена. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Вдох. Выдох. И еще один вдох. И выдох. Хорошо, вдох. Приподнимаем голову. Ставим пальцы рук на пол и с выдохом сгибаем ноги в коленях и садимся сейчас на коврик. Ставим стопы на ширину таза, пальцы на рук отталкиваемся от пола и вытягиваемся в спине. Если вы чувствуете, что спина скругляется и не получается вытянуться, возьмите какое-то возвышение под таз, подушку, либо небольшой плед и сядьте повыше. На вдохе правой рукой мы вытягиваемся вверх и с выдохом переводим правую руку за левое колено. При этом взгляд разворачиваем как можно дальше за левое плечо назад. Плечи от ушей назад, сохраняйте спину прямой. Делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Вдох, возвращаемся в центральное положение. Выдох здесь же. Вдох, снова потянитесь за макушкой вверх. Выдох, плечи от ушей назад, вдох. Левой рукой тянемся вверх и с выдохом скручиваемся в другую сторону. Взгляд выводим как можно дальше назад за правое плечо. Глубокий вдох и глубокий выдох. Вдох, центральное положение, выдох, ставим ладони за спину пальцами к себе. Со следующим вдохом мы приподнимаем таз вверх и выталкиваем бедра и таз как можно выше вверх. Направляем взгляд в потолок, либо смотрим перед собой. Попробуйте зафиксировать это положение. Глубокий вдох, глубокий выдох, еще вдох, выдох, вдох. И с выдохом медленно опускаем таз вниз, компенсируем запястья и уводим тыльную сторону ладони в пол. Слегка скругляем спину, глубокий вдох и глубокий выдох. На вдохе мягко приподнимаемся, собираем бедра и колени вместе. Попробуйте сейчас вытянуться снова в спине и пальцами рук оттолкнуться от пола. Мы приподнимаем с вами ноги, приподнимаем пятки и натягиваем стопы на себя. Бедра при этом максимально плотно подтягиваем к животу. Вдох, вытягиваем руки перед собой и сохраняем это положение на несколько циклов дыхания. Плечи от ушей назад, глубокий вдох, глубокий выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох, завершаем вдох. И с выдохом отпускаем стопы, опускаем ладони и скругляем спину. Подбородок направляем колени. Глубокий вдох. И с выдохом расслабляемся. Сделайте еще один вдох. Еще один выдох. И на вдохе снова приподнимитесь вверх. Пальцами рук вновь оттолкнитесь от пола. Приподнимите пятки. И попробуйте сейчас голени увести в параллель с полом. Здесь вы можете подхватить себя под колени. Либо оставить ноги на весу, если это положение получается у вас достаточно легко и комфортно. И мы постепенно вытягиваем руки вперед, опускаем вниз плечи и фиксируем себя здесь. Глубокий вдох, глубокий выдох, вдох, выдох, и еще один вдох и выдох. Делаем вдох. И выдох, сгибаем ноги и постепенно опускаем стопы на коврик, еще раз скругляя спину и направляя подбородок к ключице. Медленный спокойный вдох и спокойный выдох. На вдохе мы приподнимаем взгляд вверх, устанавливаем ладони на колени и с выдохом медленно с круглой спиной начинаем опускаться вниз. Как только вы почувствуете, что крестец, основание позвоночника и поясница коснулись пола, начните отталкиваться ладонями от бедер и еще чуть больше удлините поясницу. Медленно позвонок за позвонком опуститесь на пол, опустите голову, затылок и не спеша вытяните по одной ноге. Мы соединяем ноги вместе, натягиваем стопы на себя на вдохе, приподнимаем взгляд вверх, приподнимаемся на локте, возьмитесь под бедрами
И еще разочек удлиняем. И еще раз удлиняем поясницу. Опускаемся снова на пол. Опускаем затылок. На вдохе приподнимаем руки вверх. Соединяем пальцы рук в замок. Указательными пальцами тянемся вверх. Выдыхаем плечи от ушей назад. Вдох. Мы приподнимаем голову, приподнимаем лопатки, активизируем мышцы пресса, взгляд направляем на область живота и фиксируем это положение на несколько счетов. Глубокий вдох, глубокий выдох, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Завершающий вдох. И с выдохом медленно опускаем снова плечи, лопатки, голову. Расслабляем руки, расслабляем ноги, прикрываем глаза. Делаем глубокий вдох. Глубокий выдох. Живот полностью расслабьте. Вдох, живот округляем. И выдох, живот расслабляем. Еще один вдох. И выдох. Со следующим вдохом сгибаем ноги. Замком из пальцев рук подтягиваем голени к себе. Опускаем руки вдоль корпуса ладонями вниз. Делаем вдох и с выдохом постепенно выпрямляем ноги в коленях и натягиваем стопы на себя. Если это положение для вас дискомфортное, либо его тяжело выполнять, попробуйте сделать его с подсогнутыми ногами и тогда акцентируйте свое внимание именно на вытяжение поясницы. Направляя ребра вовнутрь, мы толкаем поясницу в пол. Если же все комфортно и это положение получается достаточно легко, то ноги выпрямляем. Останемся здесь вновь на несколько циклов дыхания. Постарайтесь не запрокидывать голову, не поднимать подбородок вверх, а наоборот, удлинять область затылка, направлять макушку назад и толкать подбородок ключицы. Делаем глубокий вдох. Глубокий выдох, держим, вдох, выдох, еще вдох, выдох. Попробуйте прикрыть глаза и сосредоточиться именно на дыхании. Вдох, выдох, еще вдох, выдох и завершающий вдох. Выдох, сгибаем ноги, замком из пальцев рук подтягиваем ноги к себе и вновь расслабляемся. Медленный, спокойный вдох и спокойный выдох. Хорошо. И постепенно сейчас мы вытягиваем ноги, затем, подгибая одну ногу, разворачиваемся на бок, подгибаем вторую ногу, переставляем ладони. Мы опускаем стопы на пол, делаем вдох с выдохом, поворачиваемся на бок. Немного побудьте в этом положении, лежа на боку, несколько вдохов и выдохов, и затем вытяните верхнюю ногу, опустите ладонь на пол и с прямой спиной, постепенно отталкиваясь ладонью и стопой, мы снова поднимаемся вверх и садимся на коврик. Вам нужно будет снова принять любое комфортное положение с прямой спиной. Мы садимся и вновь прикрываем глаза. Вытянитесь за макушкой вверх. Сделайте глубокий вдох. Глубокий выдох. И вновь просто понаблюдайте за дыханием. Почувствуйте свое спокойное и естественное дыхание. Почувствуйте, как вдохи и выдохи сменяют друг друга. Мышцы лица расслаблены, расслаблены плечи. Мы вновь ощущаем биение сердца. Осознаем этот момент здесь и сейчас. Понаблюдайте, как изменилось ваше состояние в ходе практики. Почувствуйте свое тело. Насколько оно уже активизировалось. Почувствуйте внутреннюю готовность к предстоящему дню. Соедините ладони вместе. Ощутите тепло ладоней.
Сделайте еще один глубокий вдох. Глубокий выдох. Улыбнитесь себе. Благодарите себя за то, что этим утром у вас нашлось время, нашли силы, возможность на эту практику. На этом наше занятие окончено.